Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Восьмого мая на Тимобайл Арене в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом. Собрав все титулы во втором среднем весе, Канело решил еще раз подняться в полутяжелый дивизион, в котором он в 2019 году эффектно нокаутировал в 11 раунде Сергея Ковалева, но вскоре отказался от титула. В андеркарте китайский супер-тяжеловес Жан Джилей проведет бой против Скотта Александра. Также в Лас-Вегасе выступит Шахрам Гиасов, который выйдет в ринг с мексиканцем Кристианом Гомесом. Бой Канело Бивол начнется в 6:00 по МСК и 9:00 по Астане. Прямая трансляция будет доступна на Мегаго и Дазон. В России официально бой посмотреть не будет возможности. Член тренерского штаба Тайсона Фьюри Кевин Барри верит, что Дмитрий Бивол может победить Сауля Альвареса. «Я скажу, что у Дмитрия Бивола великолепный джеб. Сейчас ему предстоит поединок с Альваресом, и уже многие заглядывают за спину Биволу, предвкушая третьего боя Канело с Трипл Джи. Но позвольте мне сказать, что Дмитрий просто грандиозный боксер. У него великолепный контроль боя и фантастический джеб. Я действительно полагаю, что Канело ждет очень трудный бой. Большинство думает, что он снесет Бивола, но я так не считаю. Я думаю, если кто-то и сотворит сенсацию, то это человек с таким стилем, как у Бивола. Он очень крепкий, очень техничный, очень точный, аккуратный. Самым сложным препятствием для Бивола будет американское судейство. Все близкие раунды, которые он мог забрать в других частях света, здесь ему забрать будет очень тяжело, потому что Канело большая звезда в Америке. Я думаю, что это будет хороший бой. Надеюсь, что как фанаты мы получим от него удовольствие. Ради этого мы здесь. Я считаю, что после стартового гонга они оба выйдут драться. Думаю, что скорость Канело в конечном итоге принесет ему победу. Я считаю Бивола опасным соперником в том плане, что Канело поднимается в весе. Это другая весовая категория. Я думаю, что Бивол опасен, потому что, естественно, он способен сильно ударить. Но помимо этого я не вижу другой опасности. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.